А кто-то подошел, да. Хуя. Не, там не подойти, там тычку надо дать. Она как бы типа бьет, она просто бьет очень, ну, того, кто ее бьет. И он бьет конусом по площади за ним. Можно ебать, это, блядь, не игра, это просто пошли нахуй. А на первом трое, где неутомимая из-за меня умерла. Я линканул отчет в гильду. Это я не знаю. Но может быть тогда ей 300 дадим? Я тебе полтос дал, потому что я видел, как ты просто зашел в луч. Луч горел, А в луч, светился, да. Луч и ты согласен, зашел в а уже луч. нет. Да, вот я поэтому и дал. А в луч, потому что я не прыгал. За луч согласен. Ты серьезно больше за их хранителей? Да. Понятно. Потому что, ну, пиздец. Да, понятно, блядь, хуйню страдают, блядь. Конечно, конечно, у нас в удушающем люди умирают. Ты хотя бы Фрею вызови. Да, вообще этот босс. Ради 200 ОДшки? Фрею хотя бы... Ради этого, Волонира. Волонир не собирается в обычке, донт. Блядь. Ну, плюс один только. Сколько ты вызвал уже? Ну все, короче, говорит, уже вызвал. Надо она. Всех вызвал? Да, уже одного вызвал. Ладно, то есть сейчас там два. Ну, так два пускай будут. Так не а вы Волонир не сделаете. В... Волонир не сделаете. Волонир без одного хранителя кастует он оглушающий. Точно? Да. Тогда ладно, сорян. Типа, если три я могу еще Фрею вызвать? Ну, вызывай Фрею, вызывай Фрею. Три, если есть хранителя, он еще будет кастовать оглушающий. Хорошо. Дай бог, дай бог. Я вызвал Фрею. Вот сейчас проверим. Ты был такой уверен? Типа вот сейчас проверим. Ну что, вы не гуглили что ли? Тактику? А, репа в ПДКшке. Каст. Стабов. Листабов. Ландриса за Фомонти? А, Ландриса нет еще. Шкаф. Кубок шкаф. А, ты ж писати. Я уже насосал. Молодец. Витя. Кошки ребал. Противостоять Йоксарону без помощи одного или нескольких хранителей может быть опасно. Читали? Это будет красивая победа. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Дальше проходим. Ближе к печеньке подтягивайтесь. Ну а теперь в лужу идешь. И сзади лужа. Нет, я мимо нее. У нее рейндж больше, чем у нарисовано. Не щадите их! Бейте без промаха! Пусть ненависть и ярость направляют ваши удары. Я сейчас сниму. Перебегай дальше. Читайте это заклинание.
последний, давайте добьем его до следующего появления. Ой, машины. Молодец. Сильные, сильные. Прощающий сразу. Давайте повнимательнее, выдышающих играем, своих не бросаем. Разлагающий на обратной стороне. Рэп читаем. Ой, кричишься. Лишь поехал. От черепа отойдите. Обрезали черепа. Пак, 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 спекитесь. Никто не видит, где большое. Забагалось, получается. Интересно. Увлекательный босс. Отвечает, отошли. По меткам разбежались уже, подготовились. Удушающая внутри босса. У меня череп. Сбегите. Быстро. Заходим. Порталы. Лучи, три луча прям там. Дезинтегратор. Удушающий. Уже 35. Еще что-то есть? А я. Ну. Готовимся выходить. Выходим. Черепа. Кого здравомыслие потерялось, в колодце в зеленый заходите. Плюс и волк след здесь. Удушающий сломайте. Будем пак. Люсиль, пойдешь вместе с волком к кресту. Черепа, бегите. По порталам зашли. Череп в комнате? Пустой портал возле печеньки. Слагающий супер страйк, по-моему, сколько там процентов? Готовимся выходить. Выходим. Дон, заанонсь тогда, когда добьет щупальца. Хорошо. Хвост там осталось. Там копейки остались. Удушающий сначала. Подошли к своим порталам. Звучи, отошли. Дон, пойдем со мной. Хотя ладно, я сейчас на ускорителях быстро сбегаю. Ебать! Не разорвалась связь. Охуенно. Серьезно? Ну нет, все нормально, я уже разорвался. Тяжелая. Сколько у вас? Сильно не врывайтесь, не врывайтесь пока в босса. Спокойненько. Мы добьем сейчас. 60 уже осталось. Да? Уже 50.
Все, давайте бьем туда. Ближе к порталам сразу подходим, чтобы вам было удобно выходить. А ваши выкинули. Добили. Разлагающая с той стороны стоит. Все, выходим. Медики сразу, давайте в трэш. У кого мало здравомыслия, отвернулись, отвернулись, все отвернулись. Отвернитесь, вы чё? За МК ГП есть. Кидай. Скай кинула? Я сава не могу, не могу согреть. Я умер. Отвернулись. Видишь? Протест, дай мне ОБР, наверное. Вот еще. Это я убил. А закидывай, Скай. Пром закинула. Что-то там полетело. Есть, есть. Отвернулись. Добав есть на босе. У кого мало здравомыслия, по колодцах восстановите. Отвернулись. Сава, 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 Сава. Отвернулись, Стой. Отвернулись. Отвернулись. Смотрим за здравомыслием, у кого меньше 40, идите лечить. По мобам, сыграйте. Милички, что происходит? Почему 2 моба? ДД, помогите. Миликам. Отвернулись. Отвернулись. Косты сбивайте. Значит, они хилятся. Типа, если... Отвернулись. Сайленс, не могу. Отвернулись. Отвернулись. А сдайте сейчас подсказ третьей ауром паладина. Отвернулись. А куда мастер аур? Не получилось. Добиваем босса. Дергайте его. Пошли с Дашкой. Та-та-та-та. Скай, пошли, портанемся к архиву. Скай, пошли. Посмотрим на тебя. Вестибюль.
Вот это я понимаю. Гильдран. Теперь на валын иду смотреть. Мне больше всего нравится, как пацаны впереди побежали, как бы, а виновник торжества ты сзади ползет. Сейчас сделаем, ребят, погодите. Семейное фото на память. Ты стрим запустил? Не, музыку. Не-не-не, подруби стрим, давай на стриме ты типа покажешь, как Волонир собирается. И я привет передам друзьям. Ну шо? Да не стесняйся, подходи. Дон, мы за Ноксрамос не закрыли. Забрала перекованный. Да, да, был за это перекованный, чего вы пугаете? Давай квест. Скайсонг, Скайсонг. Она тупо ждет, когда нас этот квест, и опять просто дисконнектит ее нахуй и вся. И потом нахуй кому что докажет. Кто из там еще принимал ПДшки? Та-та-та-та. Та-та-та-та. Будет еще. Оба! Ну надевай, ну показывай. Дядя Игорь, не души. Не могу найти его, да, в сумке? Нет. Да, да, даже в игре сумочка просто огромная. Бездонная. Да, да, со замену дается ЕПшка. У нас там еще гипотермия вроде был. Ты одел? Да, маг был, дайте ему тоже, ну, хотя бы пятихатку. А по поводу формулы для наложения чар? Алло. Чурай? Ну я дал ее раньше, чем ты рольнул. Да если надо, мы зачарим, она у всех, ну, у кучи народа есть. Но там как бы за чарку деньги просят, и хотелось бы формулу себе, чтобы я тогда бесплатно своим чарил. Где все бесплатно делается? Нет, ну не знаю, в прошлый раз мне жрец хотели за 10 тысяч продать. Это кто такое? Что за крыса? Неважно, старт билды. Неверлайн. Забыл, как ты пилил камни за деньги с гильдейцем. Вы помните? С гильдейцем? Да. Напомню, когда это было.